гласная буква «У» вносит в характер хитрость, а именно умение тщательно скрывать истинную цель своих намерений, способности политика. Альтруизм этого имени и возвышенные благородные идеалы приносят владельцу имени всеобщую симпатию и признание, а иногда даже почет и славу. В страсти к разнообразию, особенно в мелочах, может проявиться мотив его жизни. Если вы посчитаете этого человека малоинтересным для себя, все равно цените и не теряйте из числа друзей. Исцеление от душевных ран скорее находится рядом с этим человеком. Людям с этим именем нумерологического числа 3 обязательно следует помнить, что не стоит принудительно вовлекать других людей в движение по своей орбите и направлять их по своему пути. У человека повышена чувствительность к тому, что говорят о нем люди. Наделяет скромностью и умением устраивать свои дела по-тихому. Не терпит владельцы этого имени праздной жизни и готовы к подвигам. Интуитивная, чувствительная, творческая личность. Искатель правды, не всегда соразмеряющий желания и возможности. Звук А в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Значение буквы Ш в имени говорит о спокойствии и стабильности, тонком чувстве юмора, аналитическом складе ума. Обожает путешествовать, предпочитая при этом поездки на автомобиле, так как их успокаивает шелест шин. Букве А свойственна сила и лидерство для этого имени. Может быть и великодушным сопереживающим человеком, филантропом, стремящимся подняться на высший духовный уровень. Носители этого имени любят порядок и дисциплину, из-за чего часто преуспевают в воинской карьере или корпоративных компаниях. Люди с буквы Х всегда стремятся добиться всего в жизни своими собственными силами. Человек с буквой У в имени аккуратен и педантичен, расчетлив и бережлив. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.